Всем привет, дорогие друзья! Ну-ка, тихо! Мы распечатываем вторую посылку, которая нам пришла с Вологодской области. Я не буду говорить от кого, потому что я не знаю, согласится этот человек, чтобы знали. Или нет. Ваня, это что такое? Так, ладно, все. Нам, потому что никто оповещение не делал, что вот отправил кто-то или нет. Ну вот, нестандартные. Поэтому будем скрывать. Дети еще от первой посылки от впечатления, которое видео уже вышло с Германии, нам прислали посылку. Поэтому у Вани немножко, видите, бешенство началось. Поэтому приношу извинения. Многим, конечно, не нравится, что дети вот так вот придуряются или как-то еще. Но это дети, ребят. Это дети, это нормально. Они очень рады посылкам. Просто до безумного рада. Так, Ваня, я тут с ножом вообще-то, а ты тут прыгаешь, скачешь. Ну-ка, тихо. Сейчас я ее вскрою, и мы посмотрим, что же там. Ой, ё-моё. Вскрыть, ребят, еще не могу. Все очень крепко заклеено. Так, сейчас ножом просто разрежу, да и все. И... Так, Ваня, тихо. Я не знаю, что там, ребят. Вот честно говорю, я не знаю. Мне никто ничего не писал. Обычно мне... Так, тихо, убираем ножки. Так, а как ее открыть-то, я даже не знаю. Так, ой, ребята, тут много чего. Вот честное слово, тут много всего. Катя, делай прямо туда. Так, ножик. Я убираю, надеюсь, ножик не понадобится. И теперь будем смотреть, что же здесь. Пришел вот такой шарфик ручной работы, очень красивый. Спасибо огромное. Катюша? Тебе нравится? Да, положи шоколадку, хватит ей сладкое. Дальше пришла футболочка, Ванечки. Но она, мне кажется, Ванечке маленькая была. Ну, померяем, посмотрим. Вот такая вот футболочка пришла. Россия. Россия, да. Дальше маленькие. Смотрим. Футболочка. Маленькая, ну, вам Марине будет. Это Ваня, скорее всего, полезет. Такая футболочка. Очень хорошая. Спасибо огромное. Катя дадим, да, ну все, Катя будет у нас носить, раз Ваня так сказал. Вот это вот Мариночки. Ваня, а это кому, Ваня? Это моя любимая. Марине дадим? Да? Ну хорошо. Это моя любимая. Хорошо, Мариночка. О, тут, подождите. Шортики вот такие вот пришли. Спасибо огромное. Тут штанишки. Ваня, Ваня, смотри, а вот это вот тогда кому? Мне. Тебе? Ваня сказал ему. Это ему, наверное, да. Потому что тут с машинками. Огромное спасибо. Я джинсы редко им покупаю, потому что они дорогие. Дальше. Но это тоже, скорее всего, для Ванюши. Вот такая вот кофточка. Ваня, это кому? Марина, сядь. Успокойся, сядь. Ой! А, Маше дадим, да? Ну ладно, Маше это будет костюм. А, Марине? Ну хорошо, ладно, все. Так, дорогие друзья, здесь дальше это что такое? Желе киви. Вот такие вот пакетики, тут их много. Желе киви, огромное-огромное спасибо. Подвиньтесь, пожалуйста, девочки. Марина, так нельзя шоколадку есть? А это что такое? А, это гематогенки, ребята. Это целая упаковка. Гематоген детский, видите? Скажи. Дальше. Ой, сколько опять сладостей. Они у меня тут скоро от сладости будут, мне кажется, лопаться. Подожди. Вот такие вот шоколадные конфетки. На, держи. Так, подожди, пока, подожди. Пускай это лежит то, что здесь. Дальше. Сейчас дам, сейчас дам. Вот такие вот медвежатки, Ванечка, прям аж сразу. Дай. Он такие обожает. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Дальше здесь это сейчас. Пацана, подожди. Сегодня у меня все детки дома, поэтому распаковка с детки. Сама, подожди, пожалуйста. Мария, Катя, сядь, пожалуйста, не надо уносить. А там уже Оксана свежая получила тоже. А, ну все понятно. Катя! Д-
дальше киндер, фу, киндер. Шампунь, гель-шампунь для мужчин, наверное, скорее всего. Да, Егорка, это, наверное, мужской, да? Нет. На, смотри, я не знаю. Извините. Для мужчин. Приношу извинения, просто у нас Ваня тут. На, держи. Дальше, ребята, достаем, что у нас здесь. Это мармеладки. Вот такие вот вкусные мармеладки. Чё? Ничего. Не нравится? Нет, наоборот. А, наоборот, слишком понравился запах. Слушайте, тут так много всего. Первое, что... Чтоб не шуршали, убрала. Первое, что я вижу, это вот такие вот две шапочки. Скорее всего, Марине и Ване. Потому что красная и зелененькая. Две шапочки. На, мери. Это Марине, это Ване. Мерите. Дальше вижу панамочку. Ваня, это кому панамочка? Тебе? А, маме это панамка. А, тебе все. Марина уже померила. Смотрите, как ей хорошо. Ваня, ну-ка мерей. И Ваня уже померил. Молодец. Вот такая вот шапочка пришла, панамочка для Ванюши. Так, ребята, дальше смотрим, что у нас здесь пришло. Пижама, скорее всего, для Вани вот такая вот. Большая. Нет. А, Кате? Ну ладно, отдадим Кате. Ваня сказал для Кати. Дальше смотрим, что здесь у нас. Подожди. А это я даже не знаю. Егору написано. Вот такая вот кофта для Егорки. Маме. А, тебе? Маме. А, маме. Ну все, мама будет носить. Егорке не отдам, значит, раз Ваня сказал маме. Да, Ваня? Мама. Ой, смотрите, Ваня что притворяется. Играет. Вот такая вот. На, Егора, иди мерей, потом покажешься нам, хорошо? Дальше смотрим. Ванечки. Слушайте, это, скорее всего, Ваня, 24 месяца. Маленькая рубашечка, но она будет маленькая. Но я знаю, кому можно отдать. Если хозяин не против, у меня есть... Подожди. Есть тут женщина, у которой маленький ребятенок, мальчик причем. И я ей соберу то, что Ваня будет маленькая, я ей отдам. Дальше. Кофточка на 4 года. Ваня, а вот это вот кому? Егорке тоже отдадим? Тебе? Вот эта вот кофточка, это Ване точно будет хорошо, теплая, хорошая кофточка. Можешь сюда, Егор? Мама, что жалею, как еще есть. Ну, ну потом. Иди сюда, Егор, подождите. Иди вот сюда, вот к шкафу. Вставай. Вот так вот ему кофта, тебе хорошо, ну да? Спиной поворачивайся. И вот так вот кофта, огромное-огромное спасибо. Тебе понравилось? Да. Так, вот так, вот. Так, дальше. Смотрим, Ванечка, тихонечко. Водолазка для Ванюши. Зимой как раз вот с горлышком, это вообще хорошо. Но опять у нас Ваня не любит такие носить. Я ему всегда беру вот здесь вот на клепочках. Или просто маленькие. А, маме это, да? А, Оксане? А я думала, маме, я уже расстроилась, хотела сама одеть. А, все-таки Оксане, да, ну ладно. На, Оксана, носи. Не, все-таки тебе, да? Все, Ваня сказал, все-таки ему не дает, не делится ни с кем, видите как. Ну, это все смех. Дальше, вот такая вот кофточка. Тоже скорее на Ванюшеньку. Ваня, а это кому кофточка? Тебе? Мяу! Мяу, да, Ваня мяу любит. На, мяу, тебе. Тебе нравится? Мяу, да. Сейчас, подожди, Оксана, подожди. Так, тут написано Настя. Ну, давайте откроем вот в таком зип-пакете. Написано Настя. Ребята, мама. Ого! Это маме. Вы что, сдурели, что ли, ребята? Это же серебро. Серебро 920... Мама. Да. Ну, хорошо, это серебро 925 пробы. Это браслет, ребята, и здесь еще идет кольцо. Сейчас я вам все это вблизи покажу. Я просто... У меня руки трясутся. Вот, если честно, трясутся руки сейчас. У меня аж это... Смотрите, какое колечко красивое. 925 пробы, это же вообще...
Так, сейчас попробую какое-нибудь свое кольцо снять и одеть, посмотреть. Слушайте, посмотрите, какая красота. Серебро. А к этому кольцу идет еще вот такой браслетик. Я обязательно попозже одену. Огромное-огромное спасибо. Это же вообще, ребят, ну это же дорого. Вы чего делаете-то, господи? Тут еще одна коробочка. Сейчас я ее с вами вместе распакую. Я боюсь, что там тоже что-нибудь такое. Но это, ребята, серебро. Огромное спасибо. Так, браслет я пока сюда ложу. Настя. Тут просто бумажка и написано не Настя. У меня аж это, у меня аж руки затряслись. Дальше смотрим. Да, сыночка? Ой, Ваня одел, да? Егор, смотри, мне серебро отправили. Кольцо и браслет серебро. Хочешь посмотреть? Даже. Там прям написано на бумажке. У меня аж руки теперь трясутся. Я дальше ничего открывать, ребята, не могу. Не, слава богу, тут ухи, ребята. Сейчас я открою и посмотрю, какие они. Ой, аромат какой классный. Ребята, тут вот такие вот духи. Я не знаю название, может кто-то знает, но вот такие вот. Огромное спасибо. Это у меня будет в сумочке лежать, чтобы всегда чувствовать. Давай сюда. Прикольный, да, красивый? Серебро, натуральное серебро с камнем. Огромное-огромное спасибо. Но я вам еще раз говорю, никогда не отправляйте что-то мне. Лучше, если так хотите сделать приятно, делайте деткам. Но мне потому что вообще неудобно становится до чертиков. Так, ультра-увлажняющий крем для рук. Для рук и тела ультра-увлажняющий крем. Вот такой вот. Вообще классный крем. Сейчас посмотрим, какой. Аромат, конечно. Смотри, Катя. Ваня, тихо. Подожди. Дальше. Чай Гринфилд. Мы такой любим чай. Это зеленый чай. Сразу видно. Дальше. Это кофе. Да, кофе пакетами. Пакетик ароматный кофе с корицей для каждой порции. Спасибо огромное. Ванечка, тихо. Ого, Владик, тебе работа есть, вешать надо будет опять. Слушайте, мы вчера были с подругой в Соликамске, я тоже там вот такие вот специи смотрела. Но они дорогие, я поэтому их брать не стала. И тут вот такая вот набор специй. Спасибо огромное. Просто я вчера так долго на них смотрела, но не стала взять. Сейчас хорошо, подождите. Сейчас, Оксана, подожди. Сейчас я вам это в первую очередь достану, раз вы так хотите. Здесь какие-то 3D-наклейки с котятками. Держи, Машенька. Татуировки старшим. Так, потом вот такие вот наклейки. Это Оксаночки. Планета, я не знаю, кому там достанется. Потом тут татуировки. Это для старших, скорее всего. Для девочек. Вот такие вот татуировки. И вот такие вот татуировки. Так, дай сюда пока. Все. Катя, прибери, чтобы они не дрались, пожалуйста. Дальше. А тут еще даже одна планета есть. Смотрите. Держи. Дальше. Подожди, Марина. Здесь есть какая-то шнуровка. У меня Ваня любит вот такие вот шнуровать. И вот видите, в уголочке шнуровочка. Шнурок специально. А сзади написано, как шнуровать. Огромное спасибо. Будем обязательно шнуровать, да, Оксана? Дальше, ребята. Свете, Кате и Маше. Опять серебро. Не знаю, бижутерия, скорее всего. Ты что, Маша? Так, тихо. Сейчас посмотрим. Тут, ребята, вот такой вот браслетик. Это бижутерия уже, наверное. Да, это бижутерия, ребят. Дальше. Вот такие вот бусики. Катя, держи пакетик, я буду потом тебе сюда ложить, а потом вы сами разберетесь, где кому что. О, это кулончик. Вот такой красивый кулончик, ребят. Вообще красота. Огромное-огромное спасибо. Вот такой вот браслетик. Приношу извинения вот за этого чуда маленького. Но он так и будет. Ну, слушайте, такой тяжелый браслетик. Он прям это...
Дальше. Сережечки вот такие вот. Но у меня я еще девочка мушки не проколола. Мы на днях пойдем с ними прокалывать. Ну, не на днях, но вот скоро пойдем. Дальше вот такая вот цепочечка на шею. Ванечка, тихо. Подожди, Марина. И вот это вот. Это паутинка. Я так... А, тут несколько даже паутинок, слушайте. Я думала, это одна. Это, оказывается, несколько паутиночек вот таких вот интересных, очень красивых. Держи, Катюша. Так, все, подожди. Дальше здесь балетки. Я не знаю, какой размер у них. Ну, скорее всего, на Оксану. Сейчас Оксана, она примеряет. Так, дальше. О, вот эти вот игрушки. Вот. Это у меня садки есть. Маш, Липник творческий, мама, без границ. Вот спасибо огромное, что отправили. Мама. Хорошо, подожди, наклейки дай сюда. Дай наклейки. Ну ладно. Маш, подожди, дайте объяснить хоть немножечко. А. Вот такой вот липник мы уже покупали, и вот после этого я больше не стала покупать. Почему? Потому что они путают их в волосах. Как раз маленькие, ну значит, Мариночки. Тут в наборе есть глазки также. Ну вот буду давать с осторожностью при том, как будет мама рядышком. У меня получилось, что из-за этого липника я обстригла девочкам некоторые волосы. Подожди. Подходи от меня. Кать, нажми на паузу. Так, дальше, дорогие друзья, у нас пришла вот такая вот поделка. Это любит Оксана заниматься, да? Нет, это не любит. А, ну и Света ее, Оксана да, тоже да. У нее тоже есть. Вот такая вот поделочка, это делать игрушку. Вот так вот сзади. Потом обязательно девочки, когда будут делать, обязательно это все запишут. Слушайте, а вот здесь вот что-то прям большое. Это мне. А, зафиксируй линзу на удобной высоте. Покрути линзу, чтобы настроить резкость. Это вот какая-то вот такая вот 24 картинки в наборе. Это, наверное, сюда вставляется проектор, как бы отсвечивает, и ты должна нарисовать, скорее всего, да? Ну, вот такая вот, ребята, штучка. Я такую никогда не брала, я даже не знаю. 3 диска со слайдами, 12 фломастеров, 6 листов. Ну да, это надо слайды, там вот получается внутри круглые слайды, и на них картинки ты будешь рисовать. Обязательно на видео заснимем, покажем, как и что рисуется. Маша, бери ножик, пожалуйста. 24 картинки в наборе. Да, Егор, видишь, тут слайды вставляются и меняются. Это вам рисовать будете вы. Спасибо огромное за такую большую посылку, хочу сказать. Подожди немножечко. Да, Ваня хочет своего дракончика показать. Давай покажу. Не хочешь? Ну иди сюда тихонечко. Давай покажем вместе с тобой. Покажи всем зрителям своего дракончика. А ты вот так вот разверни его, вот так. И попищи, как он пищит. Вот так пищи, да, дракончик? Всем хочу сказать огромное спасибо. Дети очень рады. Огромное спасибо, что вы их радуете. Ну, я вас очень прошу. Я уже согласна, чтобы вы детям отправляли. Но я вас очень прошу, мне не надо ничего отправлять, потому что мне от этого вообще неудобно. Мне и так-то неудобно становится. Ну, я зачастую отказываюсь. Очень многие люди пишут, что хотят порадовать, хотят отправить, но я зачастую отказываюсь, да, мне неудобно. Вот сейчас мне отправили серебро, вы не представляете, как мне неудобно. Но оно красивое такое вообще. Спасибо огромное вам. Обязательно буду носить, обязательно буду пользоваться духами, обязательно всем буду пользоваться. Огромное-огромное спасибо. И вот тут прислали некоторые вещи на Ванечку. Если они малые, я надеюсь, что хозяйка не обидится, если я отдам их в другую семью, где есть маленький мальчик. Спасибо вам огромное, хочу сказать. Ну и всем пока-пока. Так, дорогие мои друзья, собрали мы вот это вот устройство, которое нам прислали. Я не знаю, как его назвать даже. Ну, короче, юный художник, да, вот тут вот 3 проектора есть, а в них картинки. Очень интересные. В комплекте также фломастеры были. Ну да, я еще сказала 3. Сейчас Егор выключает свет, и мы проверим, как он работает. Давай, Егор, включай. А что так плохо видно? Во, слушайте, прикольно. А бумажку положи вот так вот и вот так вот рисует. Смотрите, а поверни. Слушайте, классно.
Вообще есть классно. Там и там вот представьте, вот. А давай картинки посмотрим еще. Ты будешь рисовать, ты, сына, ты. Цветочек. Видите, вот я все листаю. Вот это я учусь. Да, Ваня, подожди, не надо, не надо. Вот я так учусь. Вот. Да. А фломастеры. Так, все, сейчас покажу, как дальше будет. Смотрите, фломастеры. А тут оно регулируется, да, еще высота. Да. Так. Фломастеры вот сюда вот вставляются. Подними, покажи, вот так вот подержи. Фломастеры сюда вставляются, сюда вот эти вот проекторы вот так вот вставляются, которыми он не пользуется. Да, вот здесь бумага ложится и рисуется все на нем. Сейчас Егор нарисует, и мы посмотрим, как оно получится. Получился у Егора. Очень красиво получилось. Тебе понравилось рисовать по таким? Неудобно, свет, да? Слабенький. А, свет слабенький. Ну, а так в целом, ну, это же для маленьких, не для больших прислали. Поэтому... А для маленьких будет интересно, мне кажется. Ну, все, сейчас отдадим маленьким, пускай по очереди рисуют.